праздничный полдень соборная площадь наполнилась весельем и звонкими песнями. Хорошее настроение слобожанам подарил народный хор имени Цыпукова. Слобожане с удовольствием подпевали коллективу. Самые смелые не сдерживали эмоций и пускались в пляс. 11 номеров. Про Слободской очень много будет интересных произведений, можно так сказать, потому что эти произведения фактически у нас руководитель все это сочиняет сам. Тут и радость, и свет, и покой, словно сказочный мир колдовской. Среди всех городов ты один лишь такой, Слободской, Слободской, Слободской. Солист народного хора имени Цыпукова Александр Лантух любит путешествовать. Он побывал не только во многих городах России, но и за границей. Но Слободской ни на что не променяет. Здесь особая атмосфера, здесь хочется творить, отмечает артист. С особым энтузиазмом и лиризмом будем сегодня петь, вот, для того, чтобы наши слобожане, уважаемые, дорогие наши слобожане, в день города получили самое-самое приятное впечатление от всего происходящего, от песни, которая должна лечь на душу и потом заставлять человека радоваться, радоваться, еще раз радоваться. Так что с праздником, дорогой Слободской, наш синеглазый, любимый городок над Вяткой. И эти глаза напротив калейдоскопа огней, эти глаза напротив ярчей шалтулей, эти глаза напротив чайного цвета.